едем в Санкт-Петербург. Мы первый раз едем по платной дороге в Санкт-Петербург. А сколько мы заплатим за это? Ну, не знаю, говорят, 2000 примерно. Ого. А в чем ее выгода? А выгода в том, что ты на ней можешь быстро ехать. А так ты попробуй. Типа без ограничений или чего? Типа очень высокое ограничение. Тут ограничение 80. Нет. Сейчас вот проедем. Там в конце платишь или в начале? Сейчас в конце уже.